начинаем торжественное мероприятие, посвященное 30-летнему юбилею Барнаульской городской думы. 30 лет Барнаульской гордуме. Так в городской администрации торжественно поздравляют депутатов, сенаторы, представители правительства Алтайского края, коллеги с краевого заксобрания и, конечно, глава администрации города. От всей души поздравляю вас с юбилеем, с днем рождения, 30 лет. Много это или мало? Но это не мало, 30 лет уже пройдено. Это большая история, поэтому хотелось бы поблагодарить всех тех, кто начинал формировать Думу, 30 лет такой этап большой, интегрировал ее в то время, в которое мы живем, во время разное, появляются новые законы, есть новые вызовы, которые перед нами ставят время. Первые выборы депутатов Барнаульской гордумы состоялись 13 марта и 24 апреля 1994 года. В состав первого созыва вошли 11 народных избранников. Сегодня в Думе трудится 40 депутатов 8-го созыва. Как подчеркивает Александр Романенко, председатель Алтайского парламента, за эти годы городские депутаты совместно с краевыми разработали и приняли более 3000 законов для края. Вы сегодня принимаете действительно мудрые, правильные решения для развития нашего города. Вы смело выступаете законодательными инициативами не только по совершенству регионального, но и федерального законодательства. И я сегодня от имени своих коллег, депутатов Краевого законодательного собрания, горячо и сердечно поздравляю вас с юбилеем, праздником, днем рождения. Хотел бы пожелать, дорогие друзья, не останавливайтесь на достигнутом. Председатель гордумы Галина Буевич также поздравила коллег с этой юбилейной датой. Уважаемые депутаты, я бесконечно горда тем, что могу возглавлять вот такой профессиональный, очень ответственный общественный коллектив. Дума – это место для очень больших дискуссий. Мы можем не соглашаться, мы представляем свои точки зрения, но у нас есть один принцип. В результате результат должен быть один – польза нашим горожанам. За достигнутые результаты и достойный вклад в развитие родного города депутатам торжественно вручили награды – медали, почетные грамоты и благодарственные письма. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.